Сейчас к нашему разговору присоединяется Андрей Ерицов, заместитель начальника авиалесоохраны. Андрей, здравствуйте. Изменилась погода очень резко. С одной стороны дождь, с другой стороны сильный ветер. Это помогло или ухудшило все-таки ситуацию? Да, вы правильно сказали, помогло или ухудшило. С одной стороны, действительно, температура немного снизилась, осадки прошли, где-то большие осадки, где-то незначительные. Но при этом перед грозовым фронтом всегда идет сильный ветер, проходит. Вчера была ветровая нагрузка до 20 метров в секунду и выше. И, конечно же, все пожары, все источники огня, открытого горения, они раздувались, и их невозможно было остановить. Практически это как при ураганном ветре огонь очень быстро распространялся. Вы сегодня в Агайском и Юрковском районах. Там какая ситуация? На границе этих двух районов действует крупный лесной пожар. Значит, частично он локализован с южной стороны. Самый сложный участок возле деревни Агарка хорошо распространяется. И там сегодня работал самолет-танкер Ил-76. Сделал 3 слива. За один вылет он сбрасывает на очаг горения до 42 тонн огнегасящей жидкости, сбил пламя. На земле работают лесопожарные службы. Вот, поэтому это самый сложный крупный пожар, самый сложный участок. Есть ли угроза там населенным пунктам? Угрозы населенным пунктам сегодня там нет. Ну а вообще в целом в регионе? Ну, вчера, вы знаете, в районе Андреевского озера возник ландшафтный пожар, он не лесной. Люди подожгли, либо это неосторожное обращение с огнем. Из-за сильного ветра он распространился в восточном направлении, потом ветер сменился и в южном направлении перешел на СНТ «Солнышко». А вот там была угроза, в настоящее время угрозы нет, там достаточно сил и средств еще работают на тушении. Вот, мы надеемся, там ситуация не выйдет из контроля. Ил-76, вот как себя показал? Это же огромный самолет. Вот насколько он оказался эффективен? Да, огромный самолет. Все зависит от соблюдения технологий применения этого самолета. Экипаж, который прилетел в Тюмень, он уже 20 лет тушит лесные пожары на этом самолете. И поэтому 3 слива показали достаточную эффективность. А каковы прогнозы? Вот синоптики снова жару обещают. Вот чего ждать? Осадки, которые прошли, они помогли локализовать пожары. Но при высоких температурах отдельные очаги могут возобновиться. И при сильном ветре пожар может распространяться. Поэтому необходимо эти очаги своевременно находить, дотушивать, ликвидировать. Все зависит от реагирования на эти возгорания. Ну и последнее, в целом, как ситуация выглядит сейчас? Мы побеждаем стихию или она нас? По сравнению с тем, что было вчера, она, конечно, лучше, но говорить, что стабилизировалась, еще рано. Что ж, спасибо большое. Напомним, на прямой связи с нами был Андрей Ерицов, заместитель начальника авиалесоохраны.